Привет, я Валерий Привалов, передо мной смартфон Leta F3. Опять есть хорошая новость. Сегодня снова хочу познакомить вас с Андроидом 5.0.1 от телефона Bled A5 Pro. Будто анимацию демонстрировать не буду, потому что она не отличается от стоковой Андроида 4.4.2. Но экран блокировки выглядит так. Переходим в настройки, на вкладку о телефоне, и вот, пожалуйста, модель Bled A5 Pro, версия 5.0.1. Посмотрим память. Ну, с памятью тут немножко как бы это, перебор. То, что показывает, немножко неправильно. Доступно 1, это верно. А так 4. SD-карта у нас отображается. Место установки на усмотрение системы. Шторка выглядит так. Bluetooth работает. Wi-Fi. Wi-Fi тоже работает. Телефон тоже работает. Алло? Алло? Но самое главное, здесь работает камера. Вот так она выглядит. Настроечки. Разрешение качества. Камера 0,3 мегапикселя. Переключается вот так. Все работает. Видео. В общем-то, еще полностью не тестировал. Но как бы это ни было, OneTuTu показывает неплохие результаты. Даже удивляет. И самое, что интересное, выдало 19.141. Ну, здесь скромненькое место. Но самое, что этот Android превзошел 4.4.2. Вот такое краткое представление об Андроиде 5.0.1, установленном на смартфоне Bled A5 3. На этом заканчиваю. Всего доброго.